проснулись и уже приехали на политех, идем в зоопарк. Будем снимать Кирин влог, так что ссылка в описании будет на Кирочкин канал. Ну, очень жарко. Осторожно, паровозик. Сюда. Это миска? И кто? Да. Играется, да? Что он пытается, Ин? Скушать дерево. Он играется. А где второй? А второй спрятался, наверное. А, вон там он лежит, вдалеке. Смотри, смотри, смотри. Что он делает? Ну, скусать дерево пытается. Видишь? Он пытается скусать дерево. Дерево он кусает. Заходим на ферму кормить животных. Нет, давай. Кирочка, осторожно. Бери, бери, корми ее. Давай ей одну морковку, бери. Видишь? Пойдем дальше кормить. А то сейчас козочку одну скормим. Смотри, барашек. Барашка будем кормить? Бери. На, бери ему, давай. Я хочу козочку. Барашек. И второй прибежал. О, боже мой. Они меня окружили. На, корми. А тот мотается вообще, я знаю. О, господи. Барашек, иди сюда. Давай, бери ему, давай. Нет. Не бойся, давай. Давай. Ай, еще. Давай, бери. Второго. Аккуратно иди сюда. Смотри, к нам пришел осел. Ты боишься его кормить? Да. Смотри. Соня. Класс. Смотри. Прям с пальцем. На, попробуй, не бойся. Просто положи ему вот так на ручку. Давай вместе. Видишь? Круто, погладь его. Смотри, какой он. Круто, да? Потрогаешь еще? Смотри. Ослик, ослик. Смотри. Пойдем. Видишь, они подбегают за нами просто. Кошмар. Давай, пойдем дальше. Здесь скунс. Скунс. Какой ужас. Идем, это сейчас как напукает на нас. Кир... Кира, подожди. Кира, стой. Подожди, она писает. Козочка уписалась. Пойдем дальше. Вот давай вот эту поймаем. Вот так, просто тримай. Стакан. Не надо. Если есть вафельница, стаканчик. Кирочка, иди сюда. Кира, пойдем других козочек кормить еще. Здесь же много козочек. Бери. Ну что, тебе нравится? Обещала, что покормим. Пойдем еще кого-то. Пойдем к тому ослику маленькому. Кому ты? Куда? Вот тому там. Смотри. Опять пришли к нему. Не бойся. Возьми. Возьми вот так, Кира, смотри. Вот так в руку. Ладошку. Ай, там им рассыпали, видишь? Подожди. Раскрой ладошку. Бебе. Раскрой. Бебе. Все. Смотри, вот они тоже ждут. Смотри, ждут, чтобы их покормили. Я буду.
наседок. Давай. Нес вот так на доску. Меня. Вот, смотри, прибежала. Ты пушистая. Она бегает, хочет кушать. Дядя. Покормишь осла? Осла. Ложи просто ему на руку. Вот так. Видишь? Это не страшно. Тема. Еще давай ему. Побежали смотреть, что там. Там драка была уже целая. Я тебе. Ты не хочешь? Вот и всё. Прям просит, смотри. Да. На, давай. Круто. А, они набросились на нас. Зажали демоны, замуровали. Смотри, 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 смотри. О, Кира, иди сюда. Не уходи от меня. Давай погладим. Боже, какой он пушистый. Стой. Кирина, не беги. Кира, Кира. Смотри. Я-я. Его. Он самый быстрый. Все. Пустоты, он даже меня не бодает. Конечно. Пойдем, вот это тот ажиотаж. А ну пойдем, кто там? И у нас, за нами идет. Пошли. Да, Ира. Ага, пойдем, пойдем. Сейчас, я дам вот это. Я кого-то хочу. Нить. А где Шамала? Что там? Они бьются. Да, они там бьются. Ого! Балан прям. Прям балан. Это. Просит, просит, давай ему. Она один поломал. И вот еще один четыре. Ты что, как просит? Там его поливают, чтобы ему жарко не было. И он там стоит, кайфует. Он, диви, ти пропустила, ти не уважно. Ти не бачиш, як він себе... Папку вилив. Вон він до нас іде. Дивіться, який красунчик. Іде він до нас іде. Ага. Ти коня посила. Смотри. Чешется. Чешется. Дом. Это ему носик. Народ, посмотри только. Позируй. Маленький родился бегемотик, да? Это бегемотик родился. Алло, да. Наконец-то мы встретились с Андреем.
прошлись по магазинам и завершаем наш вечер, нашу прогулочку черным и шоколадным мороженым. Так что кушаем вот мороженое с вот такими губками. И с вот такими вот губками. Это просто ужас, какие у нас губки. И будем ехать домой. Домой. И сегодня мы с ней реально настолько насыщенно провели весь день, потому что мы с ней тусили в зоопарке, потом мы с ней поехали в Dreamtown, кушали в Макдональдс, наели просто ужас. Я брала себе дабл меню, дабл чизбургер меню, Кири хиппи мил брали, и потом еще Андрей к нам присоединился, взял Биг Мак, и еще мы взяли грейпфрутовый лимонад, вот у меня осталось чуть-чуть, мы перелили, потому что, чтобы удобно было носить его с собой по магазинам. И пошли тусить по магазинам. И купили Андрею штаны, купили еще одну майку, потому что мы ему купили майку очень крутую. Потом мы, короче, по Dreamtown тусили и купили Андрею майки. Майку, штаны и кофточку очень симпатичную. И купили мне штанишки, новые джинсы. Сейчас пытаюсь установить камеру, потому что она на зарядке стоит. Вот так допрыгнула. Сейчас вам покажу. Платье и штанишки. Платье мы купили вот такое вот. Миленькое. Вот такое вот симпатичное очень. Ладно, встану вам покажу. Переоденусь. Ждите. В общем, мне стало вам переодеваться, поэтому покажу так. Вот такое вот платье купили. Но оно очень облегающее, очень симпатично выглядит. Очень удобно. Брали в Оджи. Вот. И сейчас покажу джинсики, тоже очень красивые. Очень приятный цвет такой крутой. Короче, мне очень понравился этот цвет, и мы взяли эти джинсики. Я, наверное, если мы завтра куда-то пойдем с Андреем, то я в этом платье поеду. Так что будет блог в этом платье. И штаны в Терри Вейле взяли, или Терри Вейджел, не знаю. Вот такие вот штанишки. Тоже очень такие симпатичненькие. Вот. Да, тут не пья, а вот. Нет, да, вот Terrible. Так что тоже очень симпатичные такие. Прикольненькие. Вот такие вот покупочки у нас были. Ребята, напишите в комментариях, пожалуйста, как набраться терпения и дожить. В общем, просто напишите в комментариях, как набраться терпения и суметь протерпеть это все время и не умереть от того, что ты очень много терпишь. А еще, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и всем спокойной ночи. Как-то потемнело, Крима.